С сегодняшнего дня и до вечера понедельника в Красноярске в районе стадиона «Енисей» ограничат движение транспорта. Проезд и парковку запретят сразу на нескольких участках. Это на улицах Юности, Спортивной и Центральном проезде. Водители смогут ориентироваться по специальным знакам. Изменения связаны со следующим. Там будет проводиться на стадионе первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров. И начнутся соревнования в ближайшую пятницу, а вот закончится как раз в воскресенье 27 января. Зрителям в этот период предлагают воспользоваться общественным транспортом либо шаттлами.